Да. Вот такая вот история интересная, смешная. Ну, блядь, пиздец. А... Я ехала час. Заебалась, да? Да. А что там машина? Он мне целую сумку конфетами просто набил. Он такой, хотите конфетку? Я говорю, да, хочу. Он такой, ну еще вот эту, ну еще вот у меня есть леденцы, ну еще вот на эти мятную, я сижу, хватит. Нихуя себе, он добрый, блядь. Я в такси сажусь, блядь, когда в такси, блядь. Мне максимум, что я даже когда окно хочу попросить открыть, мне говорят, нет, нельзя, блядь. Пиздец. Альф, иди сюда, не бойся. А ты на собаку похож, да? Да, что он такой пушистый. Ну, это потому, что шотландец. Да? Да. Что у него уши стоят? Ну, такой вот он шотландец, неправильный. Иди сюда, Альф, не бойся. Ну, иди сюда. Ну, он вообще ленивый, короче. Можешь погладить его. Да, меня сейчас какой-то. Он тебя, он тебя сейчас понюхает, и нормально. Да что? Скажи, у него усы смешные. Да, кудрявые. Такие завитушки. Ему 8 лет уже. 8? Да. Такой он хороший котик. Альф, не бойся. Я больше боюсь, чем он меня. Не, он не кусает, он не царапает. У меня еще просто аллергия. А, аллерген готов у тебя? Так нахера ты с ним рядом стоишь? У меня у самой два кота. А, ты что, супрастин пьешь? Нет. Ничего не пьешь? Но они сейчас со мной не живут. Ага. А где они? Они в Татарстане. В Татарстане? Да. Я в Питере 2 дня. Ты с Казани сама? Или откуда? Ну, у меня мама из Казани. Ну, а ты откуда Татарстан? С Казани? Ну, это рядом с Казани. Ага. У тебя уже аллергия началась? Ты глаза трешь? Ну, мы пока ехали, у меня еще больше начало от ветра. И вот сейчас тоже, да. У тебя аллергия на ветер? Ебать, не кислород, нахуй. Ты дышишь и задыхаешь. А как ты, чем ты дальше? Кислородной маской ходишь? Я не выхожу на улицу. Ага. То есть ты сейчас приехала сейчас... На свой страх и риск? Ну, не так, что я прям целыми днями дома сижу, но вот так. Бывает. Бля, а ты учишься где-то? Нет, закончила. Что, закончила? Нет. Ого, а чё, кто ты по профессии? Гинеколог, уролог, проктолог? Фармацевт. А, ты можешь эти таблетки выписывать? Да. Нет, выписывать я не могу. Выписывать может только врач. А сколько на фармацевта учиться надо? Я училась 4 года, сейчас сделали 3. 4 года, чтобы просто стоять у кассы? Да. Ебать, а нахуя, что там получается? Нет, ну типа смотри, первый год, там идут школьные предметы, потом второй год общие, ну типа там анатомия, патология, гигиена. Третий год уже идут по специальности, и четвертый год продолжается по специальности, и ты готовишься к диплому, к аккредитации. Mm-hmm. И на какую тему этот диплом был? Парацетамол, цитрамон, нахуй, аликапс. Анализ, просто будь мужчиной, нахуй. Анализ спроса предложения на предмете, короче, препаратов, применяемых при заболеваниях нервной системы. А анализы мои проверить ты сможешь чисто гипотетически? Да. Под микроскопом? Нет. У меня просто банка с мочой стоит. Что? Нет, мне просто надо... Просто бывает, знаешь, как ночная ваза? Типа ты, ну, чтобы сад бегать, не бегать, тварь, я всю, короче, в банку, нахуй, там пиздец только накопилось, ты можешь, а ты на вкус проверишь, как без микроскопа, блядь. Да ладно, я угораю. Нет, если у тебя готовые анализы, то, типа, по некоторым параметрам... Ну, готов, там 2 литра готовых анализов, блядь. Двухлитровая банка с саке, блядь. Знаешь, этот, как его, бразильский фонг, сака, 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 нет? Понятно. Ну, знаешь, ты в ТикТоке сидишь? Сижу. Откуда ТикТок? Ты агент? Да. Не, ну а как ты скачала за ТикТок? Я не скачивала. Ну типа... Это на бумажке он, блядь, тебе присылают скриншоты, блядь, с ТикТока. И да. Музыку отдельно, да? И типа описание краткое, что в этом ТикТоке. Примерно так. Да нет, просто типа был скачан ТикТок. Так там старые у тебя все ТикТоки? Нет, у меня новые. Не может быть новых ТикТоков. У тебя есть ничего... Я еще и выкладываю. Чего? И что, ну, да. А что, можно сказать, что ты выкладываешь в ТикТок? Нет, нельзя. Там кринж? Кринж. Ты там под музыку ты танцуешь? Арам-зам-зам, арам-зам-зам, гули-гули-гули-гули-гули, рам-зам-зам. Типа такой хуй? Ну, типа. Бля. Так а что ты сейчас, ты работаешь фармацевтом уже? Да.
Я работала, пока училась. Фармацевтом? Да. А чем сейчас будешь заниматься? Хочешь? Вот есть, блин, мечта у тебя, блядь, типа, вот, хочу быть проституткой там, или хочу быть космонавтом? Нет, не хочу. Космонавтом не хочешь, да? Нет, не хочу. Ну, остается гадный выбор из предложенного. У меня проблемы со стимуляркой. Ага. Ну, а кем хочешь быть? Ну, кем? Пойду в аптеку работать. Ну, а кем хочешь? Я хотела вообще на педиатра поступить. Это в поликлинику? Так это же заёб, тебе будут приходить бабки с прыщом на жопе, говорить, блядь, удали нахуй. Нет, педиатр — это детский врач. А, детский. Ты любишь детей? Ну, типа. А если вот тебе придут какой-нибудь за серию маленького, блядь, скажут, у него там в попе, блядь, какой-то камешек нахуй. Ну, это уже к хирургу, не ко мне. Ну, я скажу, типа, ладно, вот вам направление есть. То есть ты осматриваешь ребёнка? Тебе нравится просто смотреть на детей голову? Блядь, пиздец, это интересно. Не, ну как? Ну, ты, к тебе приходит ребёнок, блядь, садится, я хочу быть педиатром. Нет? Не хочешь уже? Уже, да, поэтому я не пошла учиться. Ну ладно, не парься, Максима Марцинкевича уже нет, ничего не сделает. Я вот хотел быть космонавтом. Угу. Но потом что-то очканул там, бля, после фильмов этих. Угу. Там «Чужой», блядь, «Чужой против хищника», «Фредди Меркури». Что это? Попугай, блядь? Как оно? Нет. Да. Здравствуйте. Что там? Я представитель «Лото». А, да не интересно. Вы выиграли приз. Меня не интересует? Абсолютно бесплатно. Что бесплатно? Приз. Ящик. Да ладно, для вас. Честно. Это уникальная акция. Давай посмотрим. Такого как... Хорошо, ты такой смешной. Давай посмотрим. Вы не видели. Ну. А можно раздуться? Нет. Нет? Ну, да вот здесь, ты вот здесь постой просто. Вы просто удивитесь, каково это. Вы просто очумеете. Ну. Ну. Это же просто прекрасно, нет? Вы угораете? Это все до вас, дорогой мой. Хочешь посмотреть, что предлагают? Нет, не хочу. Здравствуйте. Здравствуйте. Я сегодня кого-то выебну. Что? Кин. Что? Ты что, не узнал меня, Кин? Кин! Ну ты чего? Кин к нам! Барсук! Кинг, блядь! Ну, ёб твою мать, а! Барсук! Не узнал, что ли, а? Заебал, не узнал! Кинг, нах, ты чё, ёб, тебя куда занесло, ты, нах? Присаживайся, ненадолго? Да я так залетел, просто тебя, ну, прикольно. А чё с чемоданом-то? Да просто, ёб, нашёл, нахуй, бродяги, прикинь, Саида, чемодан, нахуй. Кинг, это чё за хуйня? А? Это твоё, блядь. Робот. Какие, нахуй, роботы? Там имя написано. Тебе 26 лет, блядь, ты в биоников играешь, долбоёб. Ну, не 26. А сколько? 24. Это робот, не бёрнет. Токийский, ты чё, ебанутый, Кин? А? Блядь. Ты нахуй в такую, блядь, пропасть заехал, дурачело. Ты ненадолго? Да, конечно, нет, я так посижу, ёпта, поворкаем и всё. А ты чё, проездом? Да, я работаю. Я просто не один. Здорово. А чё, тёлочки-то ещё будут? Ты чё, дурак, что ли? Нет. Не-не. Я могу Мазерати набрать, как мне купить. Кто такой Мазерати? Блядь, ты не знаешь Мазерати. Да ты охуеешь, ёпта, я тебе говорю. Да, блядь. Надо? Да конечно надо, ёпта, чё сидеть сиськи мять? Сейчас я ему наберу, бля, секунду. Ты наугаришь. Здорово, Барсик. Виталь, не толкай его, пожалуйста, и кроссовки не пачкай. И почему ты здесь кроссовки-то? Здорово, Мазерати. Да-да-да, бери своих тёлочек и подваливай Кингу. Чё, тусня будет лютая там? Не будет тусни. Поугараем, ёпта. Не надо никого Мазерати. Давай, как давай, нравится. Барсук, домой. Давай, Кингяра, ёпта, я знаю, ты знаешь он, нормальный тип. Давай, Мазерати, давай. Давай, блядь. Сейчас он прикалывается. Сейчас поугараем это. Чё? Давно тут воркуете-то? Ну, немножко воркуем. А, чё? Чё? Чё, серьёзно, нет? Ну, что? Что тебя интересует? Ну, ты сегодня не можешь, понятно? М? Трахать не можешь? Да чё? Ну, хорош, ты смущаешь просто. Да, блядь, презервативы мне не надо. На, блядь, барсук, ну ты... Как не надо? Ты чё, без них же? Да, блядь. Старичок, а мало ли там? Ты не знаешь, где она? Григорий. Барсук попрошу. Блядь, цепи, ну давай кем, нормально. Блядь, ну... я тебя не узнаю, кем ты стал, блядь? Чего, я домой? Что, манги, хуянги, World War Crushifts, блядь. Мне нравится эта книга. Нравится? Ты раньше, блядь, бум. Ну это было давно. Блядь. Не соль, не сыпь мне соль на рану. Ну, лучше Гаши накроши, ёб. Мы были, нам по 16 было. Блядь, ну Кинг, ну ты вообще, ты деградировал, ёб.
Какие нахуй бионики, блядь? Это роботы. Хуёботы, долбоёб. Чё, девочку себе решил найти? Просто пообщаться. А с Лялей чё, ёпт? Она до сих пор в рехабе уже, 5-й год, блядь. Так это ты её? Я. Это вот что было, когда вы там на Думской с ней? А потом, Ляля, Ляля, я тебя люблю. Антон. А она без сознания. Антон, ну, тогда её, блядь. Какой, блядь? Изменил. Кинг, блядь. Ну ты даёшь, блядь. А чё, блядь, ну у тебя есть что там? Это не куст. Это не курица. Бля, ну это эту тусовку надо разбавлять. Да сейчас не надо, я хотел с девчонкой посидеть. Сейчас Мазерати придет. Да, бля, давай без Мазерати. Мазерати. Я не знаю, такой Мазерати, но мне уже смешно. Ты четкий мужик. Кинг, я тебя вообще не узнаю, бля. Да, ну пожалуйста. Что это за хуйня? Кем ты стал? Давай потом садимся просто. Вот я, ну там завтра можем перейти. Ты надолго здесь? Да я живу здесь, бля. Меня мать выселила, ёпт. Сказала... У меня нельзя жить. Ночью. Нет, нет. Да. Нет, да вообще нельзя никак. Прости. Ну, блядь. После всего, что между нами было, да. Тем более. Прикинь. Давай. А чё, и как? Давай завтра встретимся. А как девчонка-то? Так вот, прежде чем вот так вот ты мог подойти, познакомиться сначала, поздороваться. Барсук. Ура. Барсук. Давай завтра. И Мазерати нахер тут не нужен. Я ещё... О! Мазерати! Здорово, бля! Барсук, Кинг, здорово! Мазерати привет, сейчас будет бам-бам-бам! А где у вашей тёлочки? Может, давайте я своих позову? Зови, зови, Кай! А у меня на самом деле их нет. Зови, зови, Барсук! Давай, хорошо, нахуй. Сейчас! Давай быстренько, ёпта! 2-3 минутки, я сейчас привезу своих! Не дай бог, Мазерати никогда не наёбывает. Чисто у тёлочек. Кто это такой, блядь? Это мой кентафарик, ёпта. Заслужились, нахуй. Рангашенный он, нахуй. Да я не тещу. Как ты узнал, что я здесь живу, блядь, просто меня. Так ты мне вчера писал, нахуй. Так я ж не говорю, что я же здесь. Звонил мне, говори, приди, блядь, нахуй, мне скучно, мне грустно, нахуй. Ты что, поймешь? Про фотки еще голые писал, я думаю, может, ну, жить. Ну все, давай, уже завязывай. Ну. Че, блядь, нахуй. А зачем ты парик носишь? А то, что у меня образ, блядь. Я должен соответствовать ему. На это вообще похуй. Тебе платят за это? А где твои, блядь, нормальные вещи? Что это, блядь, такое? Ты кто нахуй? Хоккеист, блядь, или бейсболист, я хуй понимаю. Джерси. Хуерси, долбоёб. Залез в какую-то дыру, блядь. Ты ещё в компьютер играешь, да, блядь, наверное? Ну и что? Ебанутый? Тебе 24 года, у тебя аниме, Warcraft, блядь, Бионикл и Dota 2. Ты работаешь за 20 тысяч. За 25, это во-первых. Ну, а из-под полы ещё пятнашечку достаю. Ну, не хуйно, ёпта. Хуйно. С хуяли хуйно. Ты с мамой живёшь. А ты с кем живёшь? Не с мамой. Ты ещё не рассказывал, что ты с бабушкой своей тут живёшь, да? Она умерла. Потому что, ну, а дедушка? Пьяница. Вон, он, Зухра уже плачет, ёпта, с тебя, дурака ебаного. Поехали ко мне на Ибицу, ёпта, у меня там... А, не буду. Сам иди на Ибицу свою, блядь. Мазерати! О! Ну чё, барсук? Ты думал, я тёлочку тебе не приведу? Давай, давай, вот, сюда! Вот она, чё, обосрался? Я уже обосралась. Вот, я привёл! Её Картье зовут, вообще-то, ты в курсе? Кто я, Лиза, вообще-то? Ты где ее нашел, девушку? Кинг! Это моя девушка, я ее привел ее. Ребят, мне надо... Привез ее сюда, на своей Мазерати. Меня Мазерати зовут, потому что я вожу на Мазерати. Тебе репетитор? Ты где нашел? Где он тебя встретил? В подъезде, на 5-м. А... Это кто? Картье, ты это... Я Лиза! Кинг! Ты что, ты это выпила слишком много? Я не понимаю, что происходит? Ребят, я домой, ладно? Конечно. Нет, 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 ты остаешься, ты никуда не едешь. Этот кто? Ты кого привел? Ты... Это Картье. Блядь, я ее знаю, конечно, я ее знаю, я поэтому ее и привез сюда. Мазерати, Кинг. Мне 15 лет. Он вообще нахуй. Ты ебанутый. Что это за книжки? Что это такое? Какие-то роботы. Я не знаю, как зовут Мазерати, там, блядь, ты где девочку, блядь, нашел? Она с 6-го этажа, блядь. Долбоёб. С 5-го. Ты вечеринка, какого, вот это променял. Какого этажа? Я ее привез сюда, на Мазерати. Долбоёб. Ты ебанутый, она в полицию звонит. Куда она звонит? Она никуда не... Я сейчас позвоню. Не надо никуда звонить. Мазерати! Что ты вообще там? Не в адеквате, чел. Твой друг, блядь, привел девочку с подъезда левого. Какой, блядь, это наша знакомая? Кого ты, блядь, привел? Я вас впервые вижу, она... Я готовиться шла. Ким, а. Ты мне больше... Чему готовиться? Пошел нахер. Наш тусик, нашу... Так, мать. Блядь, слышь? Меня в сентябре... Забирай свою Мазерати и отдайте Картье, блядь. Что происходит, я не понимаю. Ты мне больше не друг, долбоёб. Мазерати? Я полностью посолидарен с этим человеком. Ты даже не понимаешь... Ты трёх бионикл! Уёбок!
Ты даже не хочешь тусить с нами, ты понимаешь? Ты, блядь, девушку, набрал каких-то роботов, книжек и сидишь тут теперь. Пока, Картье. Я Лиза вообще-то. Да, Картье, да почему? Какая Лиза? Почему Лиза? Любишь плюс? Нет. На чем остановились? Вот, фармацевтом ты работаешь. Да, да, так, и сколько в среднюю зарплату фармацевта вообще? Типа, это выгодно работать фармацевтом? Ну, в Татарстане от 30, а здесь может быть от 60, наверное. В Питере зарплаты больше, чем в Казани, в Татарстане? А ты татарка? Алтын, алтын. Ну, это переводится как золото. Да. Это татарку знаешь? Ты же Татарстана. Что, на татарок нет? Есть. Ну, что, не знаешь ни одну татарку? Угораешь по покемонам? Да нет, брат подарил. Ты смотришь аниме? Нет. А мультики какие-нибудь? Там Gravity Falls? Ну, было. Я вот тоже. Ну, я вот читаю мангу и собираю там немножко. Чуть по чуть. Ну, ты, кстати, не сказала, кем ты хотел. А, педиатр, точно. Мы там потом про детей пошутили. Пипец. А ты сейчас здесь одна живешь? Да. Угу. А как ты снимаешь? Да. А где деньги? Это не ограбление, если что. Ну, просто были. Все потратила? Да. Как ты будешь жить тогда? Ну, работать надо. А когда тебя выселят? Через год. А ты на год снимала? Да. Сразу на год? Нет, договор на год. А, ну так а вот. Сейчас поплатить надо будет как-то? Ну, поработаю, заплачу. Да, еле-еле пришло, пиздец. Нет, я говорю, да, я тварь! Да, я тварь! Эш, 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 а! А, я тварь! А, а, я залоги, залоги, я все потерял! Эш, 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 а! Идите нахуй! Антон. Да. Отдай ключи. Нет. Сейчас ключи спиздил мне. Да. Отдай все. Подожди, я не У нас с тобой что-то будете? Да, давай. Пока.
пожалуйста. Чего? Ну, пожалуйста. Ты вонючка. Я? За что? Ладно, прости. Бля, что дверь закрыл? Не могу ее открыть. Открой, может кто-нибудь хотя бы придет ко мне. Каким образом? Не поможешь выйти? Что? Выйти. Блядь, ну ты даешь нахуй. Мать, блядь. У меня пин-код. Дверь на ручку открывается, если что. Лифт на кнопку. Там кнопка такая круглая. Ну, молодежь, блядь. Блядь, жарко, пиздец. Как тут?